Всем привет! Сегодня у нас тестирование солнечной батареи и вот таких вот преобразователей. Возможность зарядки мобильных телефонов на примере Samsung и iPhone. Так, батарея у нас 3-ваттная, 12-вольтовая, 145 на 145. Поставим ее в бок. Преобразователь у нас вот такой вот. Входное напряжение у нас показывает 13,5 и 13,6 вольт. Так, провод вылетел. Неужели я не закрутил сейчас? Секунду. Очень удобно. Вставил, закрутил. Провода рекомендую перед тем, как закручивать и вставлять, подпаять. 13,6 вольт. Что у нас тут видно вообще? А, это просто включать-отключать дисплей. А вот это у нас выход-вход. Прикольно. Ладно. Берем iPhone. Подключаем через ваттметр USB к USB. Так. Смотрим. Напряжение у нас просело до 12,7 вольт. До 7. Так, iPhone пиликнул, что заряжается. Вот она, батареечка у нас. Что-то вообще не вижу, видно там что-нибудь. Вроде видно. Ну ладно, это хорошо. Вот у нас схема. Солнечная батарея, преобразователь и телефон. Так, напряжение. К сожалению, вообще не вижу, чтобы тут что-то работало. А, включить надо. Вот этой кнопкой включается выход. Все, заработало. Итак, ток, который я вижу. Напряжение у нас составляет 5,01. И ток почему-то по нулям. Но когда телефон включаешь, ток подпрыгивает до 200 миллиампер. Сейчас вот идет 100-110. Выключаем телефон. Падает до нуля. 50 миллиампер иногда просекает. В общем, что-то iPhone у меня не хочет заряжаться. Либо он заряжен, либо он так заряжается, либо... Ну, давайте пару минут подождем, минутку хотя бы. Ну вот, прыгает 50 миллиампер иногда, и все. 60 миллиампер. Такое ощущение, что он изучает сеть, источник. Слабовато, похоже, для айфона. Либо айфон недостаточно разряжен. В общем, на этом понятно все. Давайте уберем. Но телефон пишет, что он якобы заряжается. Так, теперь мы проведем эксперимент на Samsung. Galaxy Американец. Так. Включился. Ага, вот он, батарейка, выясняет статус батарейки. Так, пошел заряд. Здесь емкий аккумулятор стоит. Так. Пять миллиампер. Ну, не должен ваттметр ограничивать-то. Так, здесь у нас 5,2 вольта на выходе видно. Выключен там дисплей. А он выключился полностью. Прикольно.
Ладно, вот так вот включено все. Напряжение упало до 4, 10, 14, 23. Выходное у нас по току вообще копейки. Хотя телефон, опять же, говорит, что он заряжается. Странно. 60 миллиампер, 50 миллиампер. Напряжение очень низкое. То есть это предназначено преобразователь для просто понижения напряжения без функции преобразования напряжения в ток. То есть для тех, у кого слабая солнечная батарея, ребят, к сожалению, данный преобразователь не подходит для зарядки никакого мобильного устройства, ни тем более планшета. Ну просто смешно. Он даже выключенный, не хочет заряжаться. Даже если его немножко включить, ток все равно не поднимается больше 50 миллиампер. Так, в общем, мы уж с вами понимаем, что для таких слабых батарей данный преобразователь не подойдет. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.